характерным ароматом либо Versace Eros, либо Antonio Banderas, либо аромат наслаждения, спокойствия, умиротворения, молекула двойка, или же флюор наркотик, или же, ты снимай, ничего страшного, или же Antonio Banderas, аромат соблазна, аромат, это, как сказать, когда кого-то раскрывает, как называется, ну, короче, вот эта херня же есть, вот, и самое интересное, это ты берешь себе, а другой уже радуется, прикинь, я в машину сесть не успел, у вас уже эмоции нахлынули, я уйду, все то же самое останется, знаешь почему? Потому что чуть-чуть меня в каждом из этого флаконе есть, братья, да? Поэтому вот эта коллаборация, которая у вас есть в магазине, в жизни не будет, братья. Вот только что у брата движок накрылся, короче, жесть. У него там, я не знаю, Кадиллак или Мадиллак был, я не помню, жесть. Я ему парфюм показывал, он так обрадовался, натуре его шайтан попутал, жесть. Он забыл про машину, маршрутки, которую в жизни человек не ехал. Сел в маршрутку, там ему еще бабушка место уступила, он домой поехал. А счастье праздновать со всеми, жесть. Все вот такое. Нет, этот шлейф его почувствовал, бабушка аж расплакалась, что говорит, это аромат моего детства, жесть. И сразу ему место уступила обратно.